передо мной выступал на этой трибуне всем известный писатель А.Н. Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой? А теперь один из лучших и один из самых популярных писателей земли советской, товарищ Алексей Николаевич Толстой. Это сделала история. Но перемена-то произошла в хорошую сторону. С этим согласны. Все мы вместе с самим Алексеем Николаевичем Толстым.